Всем привет на моем 61-м стриме. Сегодня я наконец-то продолжу проходить серию Тоху, а именно Тоху 6. Игра, которую мы сегодня рассмотрим. И я надеюсь, пройду. Ну, это уже как пойдет. Привет, Тор. Ну, не знаю, наверное, не было. Одна дота и танки, и что-то там еще, да, Иска 2. Так, соответственно, попробую запустить, это русская версия. Я ничего не знаю, не играл. Называется она «Воплощение Алой Дьяволицы». Игра 2002 года. Так, ну настройки я смотрел, тут стандартно. Кстати, выбор сложности я тут не увидел. А, он вроде бы дальше там будет. Ну, как-то так. А что по звуку? Нормально слышно все? Если нормально, то поехали. Ну, я думаю, нормально. И вот выбор сложности. Игру тише. Ок. Вот так или еще тише? Так, легко. Для новичков в дамако-шутерах всего 5 уровней. Норма для большинства людей 6 уровней. Сложно, аркадная сложность. Я вот этого не понимаю. А что, аркада это что-то сложное? То есть, что значит аркадная сложность? Это, ну, как-то я не понял логику. Лунатик до сумасшедших, Тор. Ты что тут? Кого назвал сумасшедшим? Не, норма. Норма берем. Итак, персонаж. Рэйму Хакурэй. Тут наконец-то показываются характеристики. Скорость, радиус атаки, сила атаки. Мариса Кирисаме. А, тут даже написано «Жрица храма Хакурэй, западная волшебница с востока». Что? Западная волшебница с востока. Это гениально. А, и все, больше ни за кого нельзя. Ну, мы будем играть за Рейму по умолчанию. Выберите спелл-карту. Атака духа, амулет наведения, спелл-карта, печать фантазии. Атака мечты, игла убеждения, спелл-карта, круг экзорциста. Ой, лол. Привет, Кувабара. Но выберу, опять же, то, что первое предлагает, так как я понятия не имею, что это. Атака духа и печать фантазии. Так, смотрим. Ой, так, это я уже бомбу сразу использовал, походу. Ой, игра-то совсем по-другому играется, чем в этом. Ну как ее? Ну, короче, чем первые 5 частей вообще по-другому выглядит. Только мелковато очень. Я не знал, как окно сделать больше. Очень маленькое окошко. Примерно 640 на 480. При Full HD мониторе. Автосбор? Что за автосбор? А, я когда-то вспомнил, надо наверху стоять, да? А тут автосбор, тут бы еще хотя бы убить вот это кого-то. Соответственно, в такие моменты я чатик практически не читаю, да? Я уже, ну, понятно. Автосбор. Да нет, авто умер, да. А, автосбор как-то не особо. Да ладно, я и так соберу, что мне нужно. Это шестая часть, тут нет. Привет, Нерзул. А, что, злые духи не любят выходить днем, поэтому я решила поискать сейчас, но... Похоже, я сбилась с пути в этой темноте. И все же ночью все выглядит так романтично, беспечно.
И правда, мне тоже нравится, когда вокруг много юкаев. А ты еще кто? Юкай тьмы, Румия. Ты же... мы же встречались пару минут назад. Может быть, у тебя куриная слепота? Люди плохо видят в темноте. Да, но я видел людей, которые занимаются делами только по ночам. Можешь есть их, если хочешь. О, правда? В любом случае, ты стоишь у меня на пути. А могу я съесть тебя? Лол, конечно, чувство диалоги тут. Тебе известна поговорка «хорошее лекарство на вкус горько»? Будет при максимальной силе твой автосбор? А сила у меня 31. Так это босс или это просто так? А, похоже, босс. А что за таймер, лол? Что за таймер там идет? Это плохо, да? Знак ночи, что-то там. А у меня же есть что-то. А, что это такое? А, тут же на шрифт, да, микрить можно. Ок. Так, ну это было легко. Что, демаркация? Так. А, это вот дух печати, вот то, что на вторую кнопку, это дух печати называется. А впрочем, пока сама не попробуешь, не узнаешь. Да, shift зажимай, это я уже понял. Так, я что, должен переключить или что? Ну ок, первый уровень пройден. Вот насчет окошка, оно маленькое, к сожалению. Озеро злого духа, маг воды. О, собираем вкусняшки. Так, что у меня там по силе? 59. Грейс, я вообще не знаю, что такое. Ну, очки, я не знаю вообще, на что влияют. В принципе, наверное, ни на что, так, соревновательный элемент, по сути. А прикольно, когда микрокнопку нажимают, то она... А, надо было... Так. Ну, я думаю, это плохо. Так, а что нажимать надо? Интер не работает. А. Максимальная сила. Как я так проскочил? Так это же даже не босс. Походу. Да. Интересно, это озеро всегда было таким огромным? Сквозь этот туман практически ничего не видно. Неужели я настолько плохо ориентируюсь? А у меня вопрос, почему Рейму седая? В том, что ты заблудилась, виноваты феи. Это ледяная фея озера Чирно. Вот как? Тогда, может, проводишь меня? Ты же не знаешь, как попасть куда-то там.
Ты должна была удивиться, перед тобой же достойный противник. Достойная мишень, да, это и правда удивляет. Да как ты смеешь? Я заморожу тебя, как кусок английской говядины. А, надо было... А, не, я заюзал, успел. Успел. Так, нет, это сложно слишком. Что у нее, вторая фаза еще что ли есть? Ах ты ж. Так, что произошло? А почему они остановились? Оу. Так, что происходит? Опять остановились. Все? А, не, какой все? Чё я не собрал? Лол. Да, тут нельзя раньше времени расслабляться. Я уже представил, как здесь на лунатике будет. Эх ты ж. Бра, здесь довольно холодно. Не хватало еще простудиться. Японский юмор. Да, конечно, тут текст. Так я не понял, а че Рейму-то седая? Она же вроде фиолетовая. Ну, у нее волосы фиолетовые должны быть. Алая граница, владение Скарлетт. Так, микро... А у нее хитбокс это голова, да? Вроде бы. Полная мощность, отлично. О, так, это надо удалять. Так, тут что-то мелковато. Да. Пояс. Ох ты ж, чё таки задели. Так, а у меня что, сила не падает, когда погибает Рейма, что ли, или что? Хватит меня преследовать. Спасибо, что показала дорогу. Хоть ты и следовал за мной, но здесь ничего нет. Ты бы не стала бежать туда, где ничего нет, верно? Ну, вообще-то стала бы, если бы просто убегала. К
кстати, ты вообще кто? Обычный человек. Но ты же атаковала меня недавно. Я просто защищалась, потому что ты напала на меня. Ты-то уж точно необычная. Я совершенно обычная жрица. Рада это слышать, поскольку до меня дошли слухи, что жрицы — это добрые люди, которые позволяют себя съесть. Сейчас я отучу тебя верить слухам. Лол, конечно, разговоры тут. Отучила. А, что падает? О, да я же не могу так микрить, ну. Ну вообще это первая тоху для винды. И соответственно это первая тоху для винды, в которую я играю, потому что я по порядку все прохожу. Поэтому не факт, что я вообще ее пройду, в принципе. Более того, я это даже никому не обещаю. Если она окажется слишком сложной, то есть я не буду тратить на нее годы, чтобы пройти. Но это не значит, что после первого гейм-овера я выключу. Нет, это тоже не означает. Ах, ты ж, ну... Пока что не идет. Ну, бомбы Тор не бесконечные. Как это так пронесло? Что это еще там? А не, силу все-таки теряет при потере жизни. Ну вот все. Так, что тут понаписали? Минусую? Ну ок, за что? Так, чем слил бомбы, потом жизнь слил. А, ну блин, Тора, откуда я знаю? Привет, Элис, еще раз. Так, тут даже по-русски можно писать. Ну ладно. Ну хотя бы очков больше, чем у анонима. Уже радует. Нет, как удалить букву? А где завершить-то? 39% игра пройдена. Печалька. Замедление 0,25%. Это что означает? Использована бомба 18. Ну ладно. Нельзя сохранить повтор после продолжения. Что это? А тут эти тренировка есть. Ну ладно, не буду. Попробую тогда выберу другую спелл-карту. Сказание волшебной ночи читать. Но я, конечно, диалоги не буду по второму разу читать те, которые уже читал. Ой, зачем я это включил? Ну ладно, в принципе. Пусть будет. Я хотел этот взять микро, нажал случайно на бомбу.
Так, я так понял, самонаводящихся здесь не будет. В этой спелл-карте. Так, силы что-то вообще мало набрал пока. Надо побыстрее бы набирать. Так, первый босс. Да, самонаводящихся-то нету, приходится под ней прям стоять. Как-то до меня стало внезапностью, что у меня бомбы закончились. Так что надеюсь теперь только на себя. А на меня надеяться в данной игре это бесполезно. Особенно когда нет самонаводящихся. Приходится лезть под пули. О, да ладно. Можно записывать здесь про прошлую игру, прикольно. Но у меня и так записывается. Так, собираем ништяки. Но первый уровень я прошел без потерь, да, вроде как? Да. Так, это что у нас? А. Так, ну это вроде не самое сложное. О, бомбу не взял. Ну как же так? Это плохо, она бы очень пригодилась, у меня же ни одной бомбы нету. Придется жизнь сливать, если будет какая-то ситуация. Чуть, у меня такое ощущение, что мне жутко везет. А, реплеев, ну да, понятно, он запоминает не видео, а именно шаги и так далее. Оп. Моё, моё, моё. Что он использует? Падающие сосульки? Да как от этого уйти? Ну не, ну можно замикрить, но я чуть не хочу. Так. У меня бомб нету больше.
Теперь есть. Но зато теперь нету жизней. А у нас 6 уровней. Континуум брать на втором — это вообще не торт. А, да когда я нажимаю микрокнопку, у нас еще и стрельба меняется. Я не использовал 3 бомбы. Так это и есть второе оружие, Тор. Это и есть второе оружие. Первое было самонаводящееся. Так, ну я надеюсь, я добью. Что там осталось-то? Вообще она крепкая какая-то довольно. Вот я сейчас вообще не попадаю в нее. Тупо вообще никак. Ладно, на тогда бомбу. Смысла там микрить было? Никакого. Так, второй уровень пройден. А, Марису, ну так и говоря. Марису, ну хорошо, возьму, но у нее обычно хуже оружие, только сильнее, но оно им стрелять сложнее. Так, стоп, а до третьего уровня доходил же, да? Вроде доходил. По-моему, тут на боссе я слился. Так, у меня бомб нету. Так что... Опять надо микрить. При любых ситуациях. Стараться надо как-то в угол не загоняться. Так, сила максимальная, так что эти П можно не собирать. Так, ты кто? Ой, это плохо. Лол, как здесь замикрить? О. Печалька. Я же вообще не попадаю. А, вот сейчас попадаю. Ну, не смог там. А, да что ж я опять бомбу не использовал, ну, я не очень. Думал за микро. Так, а, ты по именам их не помнишь? Ёлочки. Это я вот в тот раз на ней, да, слился вроде? Так, бомб больше нету. Да. Печально выглядит.
Ну а что я сделаю? Я не знаю, как замикрить вообще. Вот это еще я понимаю. Ну как то, чтобы еще при этом попадать в нее. Ни жизни, ни бомб нету, ну понятно. Ах. Ну, я... Короче, даже не буду отвечать. Ну понятно, я не умею играть. Еще раз сто раз сказать. Я не могу в толку нормально играть, да. Я стараюсь, но у меня не получается. А все, походу, пришли смотреть тут про игру, да? Что ж, а теперь покажи мне дорогу. Простите меня, госпожа. Можно дождаться, пока таймер не кончится, да ладно. Так, это четвертый уровень, особняк тьмы, спасение разума. Так, пора бомбу вылетать. Да куда ж меня еще в угол загнали вообще? А, печаль. А что это было? Еще я бомбу зазря использовал. Я кого-то там убиваю? Я не вижу. А, ну походу, да. Так, это плохо. А, ладно. Ой, странно. Так это что, это же даже не босс. Их вообще убивать что ли не надо? Нет, надо походу. Я так и не понял, что такое Грейз. Не, это хорошо не закончится, надо бомбу юзать. Там столько ништяков падало, но... А ко мне они притягиваются, походу, или чё? Как-то непонятно. Только что вроде притянулись там. А, ну это вообще нереал, да как? В этом доме что, вообще нет окон? К тому же снаружи он казался намного меньше.
придумать ачивку собрать плюшки. Эй, красно-белая. Хватит буянить в моей комнате. Комнате? Красно-белая. Стоимость этих книг равна сумме пожертвований твоего храма за 5 лет. В моем храме никогда не бывает посетителей. Ну, это всего лишь цена. Как ты вообще читаешь в такой темноте? В отличие от тебя, у меня нет куриной слепоты. Черт, да нет у меня куриной слепоты. И вообще, разговор не об этом. Ты хозяйка особняка? У тебя какое-то дело, госпожа? Ее туман создает слишком много проблем. В таком случае, я не могу пропустить тебя к ней. Лучше не мешай мне. Кстати, кто ты вообще такая? Ой. Ага, я от этого уйти было. А, да как от этого было уйти? Ну это... издевательство какое-то. А что, мой предыдущий результат не сохранился, что ли? А, нет, он справа, понятно. Ну что, попробовать Мариса, да? Счетчик Грейс, когда пуля твоего хитбокса еле касается... А, пуля еле касается хитбокса, да? От персонажа еще искорки отлетают. Нужны только для увеличения счета в конце уровня. А, ну понятно. 55% игру прошел. Ну ясно. Вот что такое замедление, тоже непонятно. 0,31%. Мариса Кирисама. Атака магии, магический снаряд, спелл-карта, звездная пыль грез. Тут атака любви, лазер иллюзий и спелл-карта Мастер Спарк. Какую выбираем? У нее радиус атаки 1 звезда. Спасибо. По-любому пройду прям сразу. Игра тормозит, не понял, она же 60 FPS идет. Кстати, сюжет же немного отличается, поэтому я опять буду все диалоги читать с первого уровня. Ну, по-моему, у нее сильнее оружие, да? Или только кажется. Ну, только ей надо микрить сильно очень. А что, она убежала? Так эти лазеры, они разве наносят урон? Что-то незаметно. Ну вот по бокам, или что это за свет? Какое ощущение, как бы сказать. Наверное, Рейму сказала бы, какое приятное чувство или что-то подобное. Но в отличие от нее, я не люблю ночь. В такое время по улице бродят только странные типы. Кого это ты назвала странной? Я говорила не о тебе. К
Конечно же не обо мне. И зачем ты развела руки? Разве так я не похожа на распятого святого? Скорее ты похожа на человека, который только что научился считать до 10. Лол, диалоги вообще. Неплохо, по-моему. Вот эта вот штука у нее неплохая. Думал за микро, нет, не получилось. Так, что это? А, вот, неудобное немного. Ой, как это меня так пронесло? А, лучше используй бомбу, а то опять будут жаловаться, что я не использую. Хотя, она же не человек. Да и пальцев у нее, наверное, не 10. Второй уровень. Маг воды. А, не, похоже, эти лазеры все-таки наносят урон, или нет? Да, вроде наносят. Так. Да, я сейчас услышал трещание, и грейс увеличился. Так, убежала. Где-то тут должен быть остров. У него что, ноги выросли? И вообще, на дворе почти лето, почему здесь так холодно? Больше ты никогда не увидишь землю. Так вот, кто здесь такая холодная? Уж лучше, чем горячая, верно? Как это холодно с твоей стороны? Что ты хочешь этим сказать? Похоже, ты совсем не понимаешь юмор. Да? Ой, что-то я вообще не то сделал только что. Стал перед боссом Тор. Не, мне прикалывает, ты так и говоришь легко прям. Да, встай перед боссом и долби, норм вообще. Тор, давай ты пройдешь, тогда и скажешь, что здесь сложного, а что легкого.
Просто какой смысл обсуждать, если ты говоришь, что только увидев, но не попробовал? Так, уже максимальное оружие. Ну вот как я должен к ней подобраться? Ну... А, короткие рукава не годятся в такой холод. Надо поскорее найти место, где подают горячий чай. А, торт, ну не потянет, ну понятно. Ну, как бы, да, ну... Тути, я как бы... Может быть, это мозгами понимаю, но руки не понимают. К тому же многие моменты я действительно не понимаю, как пройти. Так, чтобы и замикрить, и еще и перед боссом оказаться. Вот. Помикрил. Не знаю, не получается микрить. Что я могу сделать? Кстати, мне кажется, или лучше получается, чем за Рейму? Что бомбанет? От чего? От чего и у кого? У меня? Да нет, разве должен? Мне нравится графон, мне нравится музыка, управление хорошее. Просто я не умею играть. О, кажется, оторвалась. Давно не виделись. Разве мы знакомы? Не бегает по всему экрану, ну не знаю, ну не получается же. Недавно же познакомились. А, да, ты та дикарка, на которую наткнулась. В любом случае, ты мешаешь мне. Полагаю, это местный страж? Верно, я не позволю тебе пройти дальше. Черт, значит, ты все-таки страж. Я просто обычная девушка, охраняющая это место. Но раз ты обычная, то я легко справлюсь с тобой. Сейчас посмотрим, на что ты способна. Вряд ли я смогу последовать совету не бегать по всему экрану. Я так не могу. Да я не понимаю, как. Что здесь вообще делать? Там же слишком микро, но я не знаю, у меня так пальцы не работают.
Здесь что, про потохи что ли собрались? Такие советы дают, которые вообще нереально выполнить. Ну я имею в виду, если не тренироваться там годами. Ну все, сейчас бомба закончится и потрачена. Все, бомбы закончились. Жизни тоже закончились. Что такое 1СС? Или 1СС? Да краб, краб. Что, я спорю, что ли? Так, ну я бы тогда, наверное, все-таки попробую за Рейму со стандартным этим оружием, самонаводящимся. С ним хотя бы можно на другой конец экрана и входить. Хотя у Мариса мне понравилось вот это вот взрыв этот. Такой. Хадукин. Не слабый такой. А у Рейму он не очень. Ну, первый уровень надо по-любому без потерь проходить. И у меня даже получалось, так что... Первый по-любому. Странно, я вроде беру, когда это П, написано 10, при этом сила дается не 10, а 1. Или это 10 очков дается. Так, ну это мы читали. Стоять в углу. Не, ну в углу стоять не вариант, мне же надо босса бить. Самонаводящиеся цвета, они слабые очень. Ах, ну как же вот... Не получается.
это, ну, это вообще был фейл. На первом уровне я две жизни уже потерял. Не, они же там внезапно вылетают, ты чё, у меня реакции не хватит. Ну, я уже потратил две жизни, или три. Ну, походу, ну, у меня ноль, значит, я потратил... А, ну, две, значит, потратил, да. И это уже плохое начало. Получится. А, нельзя еще одну бомбу взять. А, нет, или можно, странно. Почему она с какой-то с промедлением добавилась, с задержкой? Что за Hello Kitty, я не понял. Я не знаю, я знаю, Hello Kitty это игрушка вроде такая. Привет, Санчес. Ну, дергу это, да, это, наверное, подходящее слово. Ах ты ж. Не вымикрил. Много всего. Но я одно продолжение уже взял. Это уже печально. Алая граница владения Скарлетт. Какой это? Четвертый, да, уровень уже? Нет, третий. Нет, четвертый.
А, нет, третий, четвертый это библиотека. Монолит. О, блин, случайно использовал. Вымикрю? Под вопросом. Под вопросом. Вымикрил. А вот это уже я не смог, оно слишком быстро. Так, что вы тут понаписали? А, Сантис, это же легко, ну ясно. Так я Shift-то юзаю, ты чё? Там же по мне видно, я нажимаю Shift или нет. Печально. Так, еще одна бомба есть. Что это? А, ну это вроде легко. О, вот это было перебор. Все, бомб нету. А, печальная стадия. Что это? Интересно, когда играешь на Лунатике, там можно не набрать этот Грейс? Замикрил бы, ну, микрилка не работает. Ну, четвертый уровень, у меня один континиум, ни одной жизни. И по-прежнему хромающая микро.
Да, тут меня и сольют, это 100%. Причем еще даже под вопросом, дойду ли до босса. Бомб нету. Начинаем микрить. Как от этого уйти? Да я не знаю, как от этого уйти. Игра изи? Ну, это кому как. Для кого-то больше изи. Что, ты считаешь эту игру изи? Да ладно. Ну хз. Ну значит я не очень. Ништяки. Да, вот это уже не очень. Надо же, дошел до босса. При достижении максимальной силы экран очищается. Ну, это хорошая информация, но... Я ее, как обычно, не использую. Ну, как бы и что я с этим сделаю? Не набирать максимальную силу, пока не наступит какой-то момент. А как я потом наберу, когда этот момент будет? Как вот это было сейчас пройти этот момент, кроме как бомбу завязать? Слишком. Следующая стадия. Опять лазеры. А, ну все. Ну, я был близок. Так, что тут написали? High damage типа Мариса. Ну, мне кажется, все-таки у меня с этой лучше получается. Рейма. Но бомбы лишние, но я и так стараюсь лишние бомбы не тратить. Иглы? Что за иглы?
Так, показать Марису вторую. А, вот это магический снаряд. Звездная пыль грез. Посмотрим. В следующий раз, значит, попробую опять иглы, но я ими уже пробовал. Ничего хорошего не вышло. Я не умею стоять под боссом, поэтому тяжело приходится. Ракеты тоже нифигово дамажит. А что за ракета? Да, саундтрек, вау. А что за хоум? А вот эти ракеты, что ли, да? А, самонаводящиеся, ну, они-то слабые, но это как бы, понимаешь, слабым дамажить это лучше, чем ничем не дамажить. А теперь примерно на глаз прикинь, сколько, какой процент времени я вообще не попадаю без них. Не, ну на этой-то еще ладно, попадаю, а на более сложных. Да и то даже на этой. Вот сейчас я в бок ушел, вообще не попадаю. Двойной shift. Какой миди? Не, миди это вторая опция по умолчанию во. И нафига второй shift, двойной shift? Вообще не понял. Не. Вроде он вообще ни о чем. В смысле? То есть босса можно вообще что ли не убивать? Да не может быть. Прикол. Тогда, в принципе, нет смысла самоводящего. Хотя я подозреваю, что таймер очень большой, да? Наверное, минут 5 там или 10. Выстоять надо.
Справа вверху? Нету никакого таймера там. Чат читать это довольно вредно. А на боссе? Ну не знаю. 24 секунды? Да ладно. А чё так мало? Или это только там какой-то этап определенный? Да не, мне кажется, это таймер цикла просто. Ну как так, у нее же здоровье не тратится, и в чем смысл? Ей это вообще не нанесло, что ли, урона? А, вот 50 секунд. Блин, зажало. Ох, прям четко. Ну, я так понимаю, выставить таймер это еще тяжелее, чем дамажит. Так что смысла особо нет. Оо, что это было? Понятно. Кто-то может лунатик без бомб пройти? Еще скажу, с одной жизни, да? Так, ну, Мариса вроде бы еще ни разу не доходила до 4 уровня. No damage. Печалька. Ну, по сути, no damage это то же самое, что no DS в этой игре. Ой, что-то я забыл про них, уже не смотрел туда.
Так как там можно было увернуться-то? Они же слишком близко шли. Это было близко. С пятой попытки норма пройдешь? Что-то Торто не прошел первую тоху с пятой попытки на норме. А, вот полная мощность экрана очистился, я это заметил. А сейчас что произошло? Стой впереди домаш. Ну, прям такие простые. Стой впереди домаш. Ну, конечно, по-любому. Как я думал, обычно людьми не соперники. Этого не может быть. Я впервые до сюда дошел Марисой. Особняк тьмы. Сколько всего падает-то? Ну, мощность и так максимально, в смысле сила. Так, что-то там было слишком не очень. Не, ну это слишком. Повезло. Что-то тут по таймеру она не умирает. Так, лазер. Ну все, последнее продолжение.
Когда вылезут куклы и две книги, убивай кукол. А книги как выглядят? Не стоишь перед боссом? Не могу стоять перед боссом, он меня убьет. Я понял, а тут этот момент про книги, видимо. Что это было? Хоть до босса дошел. О, так много книг. Надо будет прихватить себе парочку на обратном пути. Не трогай мои книги. Я их все равно заберу. Так, посмотрим, как быстро победить девушку в черном. Там даже такое есть. Кажется, в последнее время я стала хуже видеть. Может, от того, что здесь так темно? Возможно, мне не хватает железа. Ты, наверное, хотела сказать витамина А? А как насчет тебя? А мне куча всевозможных витаминов. Тогда, наверное, мне стоит получить их из тебя. О, я очень вкусная. Так, посмотрим рецепт. Как без усилий извлечь только нужные компоненты? Как без усилий слить легкому боссу, это спросите меня. Эти лазеры, они неудобные иногда бывают очень. Ну, как бы, там же летит куча всего, и мне некуда отойти. Насчет научиться микрить, давайте не будем. Это как бы поспешный вывод, что если я учитываю, что я прохожу уже шестую игру, до сих пор не научился микрить. Как думаете, я сейчас научусь за несколько минут? Так, ну что, я все-таки буду Рейму. А, ну мне говорили иглу попробовать опять. Ну я уже пробовал вообще-то, ну давайте еще раз. Ну, дабл шифт, нажать два раза шифт, нажимаю. И что? Она два раза замедляется. Так, я вообще не попадаю.
Да, она сейчас по таймеру быстрее сдохнет. А, ну в смысле убежит. Я не использую хоминг, знаете, оружие, ну, короче, наводящееся. Кстати, а тут пауза есть? А, есть пауза. Ок. Но в паузе нет настроек. А я хотел посмотреть управление. Там, наверное, написано Double Shift, типа, для чего нужен. Его же можно переназначить, наверное, на другую кнопку. Значит, должно быть написано, что это... Ну как? Нет, это что, недокументированная возможность, что ли? А, ну так а чё тогда? Если это какая-то хитрость, то значит без этого можно пройти. Это же не предназначено, чтобы так было. Тут дано управление, все, юзай. Ну так я же и не спорю. Я думал, это какая-то из возможностей игры, которую я не использую. Ну как бы, таких, типа вот... Если бы я не знал о шифте, типа, знаешь, ну, то есть есть возможность вот этого вот шифта, я не знал бы. Ну, то да, как бы тяжело. А это какая-то, какой-то трюк, но это не обязательно. Его еще использовать надо учить, а я даже не понимаю, в чем смысл. Что вообще это дает? Так что какой мне от этого толк? Я что, сейчас буду тратить 3 часа, чтобы понять, что это, как вообще, что это в принципе такое? А, ну, я в Quake играл только чуть-чуть с другом, и мы вообще распрыжку... Я знал, что она есть, но мы распрыжку не использовали, потому что мы не умели этого делать. И нормально нам игралось. Не, ну гуглить во время стрима это ж не очень. Потом погуглю, конечно, интересно, в принципе.
Ах, ты ж не замикрил. Полная мощность. Давай, вали. А, лазеры пошли. Да, я вообще не попадаю, я знаю. Ну а что я сделаю? Может, таймер быстрее закончится. Так. Я просто на босса практически вообще не смотрю. Я смотрю на Рейму и на пули. А я даже не вижу, в какой стороне босс находится. Ну, иногда вижу, конечно, но не всегда далеко. Поэтому я не вижу, попадаю или нет. Ну, как бы микрю. Оно там само убивается. Хорошо хоть, чтобы стрелять, нужно просто зажать кнопку, а не долбить по ней, как в Боше. Да, ну, сейчас таймер закончится. Фух. Ну вот, Теркил, ты сам ответил на свой вопрос. Дабл Shift юзается у проигроков. Я проигрок? Я первый раз играю в Тоху 6, и до этого прошел только Тоху 1-5, и все. И их тоже проходил первый раз. А ты же хочешь, чтобы я понял... Просто по названию, что это вообще-то хотя бы должно давать мне. Я даже не понимаю, в какую сторону мне думать. Ну, дабл шифт, ну... Ох ты ж, что я сделал? Блин. Это был фейл. Ну, короче, блин. Ну, ты не на тот стрим, видимо, зашел. Это не про стрим, это... Не какие-то понты, это просто... Это просто... Летсплей, можно сказать. Не, в смысле, я не прогоняю, не, пожалуйста. Просто, ну, ты все время говоришь то, что я это должен понять, но при этом ты не говоришь, как же это использовать. Если ты скажешь, в чем смысл, ну, я попробую. Но как бы, ну, ты говоришь гуглить их, а чтобы я гуглил, ну, гуглить во время стрима это не очень. А так, нет, я никого никогда не прогоняю. Просто наоборот, я говорю, что, ну, если тебе не интересно, то есть ты про игрок, и тебе не интересно на крабство смотреть, ну, как бы ничем не могу помочь. Опять я чат досмотрелся. Да что ж меня чат отвлекает? Тор, я тебя гоню? Это когда? Когда я тебя гоню? А, я не очень.
Ах ты ж, ну блин. Бомбы каждый раз теряю. Блин. Не, пока что-то не получается. Без дабл шифта не пройти? Что за бред? Этого не может быть. Ну ясно. Веселитесь там. А я пока буду пробовать пройти нормальным способом. Не за троцким. Опять четвертый уровень, опять у меня один континиум. Одна жизнь, две бомбы. А ведь четвертый это еще даже не последний уровень. Так, что с ними делать? Нет, не получится там. Четыре бомбы, надо их использовать. Сейчас буду чуть что, сразу бомбу использовать. На. Хоть все четыре лови. А, надо в куклу стрелять, я помню. Так, ну это явно неудобно. Можно было, конечно, попробовать обойти, но вдруг там полетело бы что-то сверху. Да что ж, ну... А, у меня же бомб-то нет. Ну, ясно.
Ну что, какое все-таки оружие-то выбрать? Я не знаю. Ну, в принципе, как бы, вроде самонаводящимися проще, с одной стороны, но все-таки они очень слабые. Вот эти иглы вроде бы неплохие. Да, не забываю, бывает надо кукол, да, это я помню. Книги не проходятся без ДЭШ. Какие книги? Вот эти, которые с куклами? Да нет, фигня. Ну, с бомбой, по крайней мере, проходятся. Я посмотрел, конечно, три. Ну потом на вот потом дашь ссылку. Я, конечно, не буду стрим свой прерывать. Стрим в стриме, ну не, ну как-то. Зачем? Ну не знаю, не в тему. Ну ладно, вы тогда там, кто хочет, смотрите, я пока здесь попробую еще раз. Хотя, почему нет? В принципе, сейчас попробую в маленьком окошечке ставить твой стрим. Потому что я что-то подумал, если кто-то будет смотреть потом вот мой, то ему будет интересно, чем же это закончился спор. Настрою по-быстрому. Сейчас, минутку. Так, вырезал окошечко. А, черт. Блин. Я забыл. Сейчас еще. Ну, пока он там все равно включит сейчас это дело. Пройдет время. Так. Надеюсь, будет понятно. Все, можете написать ему туда, что я поставил его стрим себе в окошечко. Так. Так, а что-то он с подгрузкой, да, идет?
Не, вроде нормально идет. Все, я продолжаю. Соответственно, я туда не смотрю, как бы, что у него там происходит. Поэтому, как бы, ну, пусть зрителям видно, и ладно. А, сейчас вижу, подгрузка идет. Странно, почему, я не знаю. Возможно, битрейт слишком высокий у него. Тор, ты можешь спросить, какой у него битрейт? Хотя, какая разница, у меня 70 мегабит. Странно. Не может быть же у него такой большой битрейт. Так, он Мариса играет. Так, сейчас таймер закончится уже. Так, ну все, у него здоровье вроде закончилось. А, там чуть совсем осталось. Все. Так, второй уровень. А, там еще чатик у него. Но, к сожалению, я думаю, не видно в моем окошечке его чатик. Но некоторые сообщения я вижу. Фига там баталия. Я не вижу, что мне в чате написали. У меня тут окно закрыло чат. Ну, я больше двух сообщений от низу не вижу. Поэтому... А, ну я могу паузу нажать, да. Дабл шифт сделал? Ну, я не видел, естественно. Или ты думаешь, что я смотрю и туда, и туда? Я туда так, полглаза посматриваю. И да, TRKILL, ты не забывай, что на СК2 ТВ выражаться нельзя. Каким образом я это размикрил?
А, лучше бомбу использую. Жалко же. Да, еще бомба. Тор, ты сейчас меня слушаешь или нет? Ну или кто-нибудь там из тех, кто в чате пишет. В общем, кто слышит, ну, когда он покажет то, что хотел показать, отпишитесь мне, чтобы я отключил окошко, так как если он захочет пройти всю игру, то я не хочу, чтобы он спойлерил, ну, следующие уровни, которые я еще не показал у себя. То есть после четвертого. Я-то не смотрю, что там у него происходит. Так, ну одна секунда. Ну добью уже или что? Я там иногда попадаю по ней? А то я не вижу. Ага, вероятно, попадаю. Сейчас посмотрю, что там за ссылка. Ок. Без проблем. Так нормально? Вырубать окно уже, да? А. Ну, короче, тогда продолжаю. Сгорел. Так, третий уровень. Чё там на картинке-то? Ну и здесь-то с бомбами. Если есть бомбы, почему их не использую? Да не, норм, вроде бы каждый раз все лучше и лучше получается, ну, в целом. Так, бомба у меня есть. А, микро. А, не микро.
А чё ж я бомбу-то не использовал? Ну, думал за Митры, ну... Ой-ой-ой, это чё такое? Лол, пошло. Блин, две жизни просто так просадил. Лол, как я это должен был замикрить. Так, что-то понаписали, подождите. Играю... А, ты, Элис, играешь хуже? Ну, как бы, ну и что? Бы не очень. Да, вот он говорит то, что есть этот double shift и не говорит, как это сделать. Вот есть сомнение, что это в принципе какая-то, ну, бред, то есть этого не существует. Недоказанная штука. И ссылки на YouTube только кидать не надо, я сейчас смотреть не буду. Сейчас посмотрю, что там за картинки. А, ясно. Блин, континиум взял. Печалька. Фотошоп. Как же, ну я ж думал проскочу. Плохо. Сейчас я не думал, что проскочу. Нервов не хватает. Так, и что теперь с ней делать? 6. Я уже на ней второй континуум беру. Нет, ну, видно, не мое это. Еле прошел. Привет, Задрес. Как Соник поживает? Ну как? Как ты думаешь? Один раз дошел до стадии, когда он какую-то, ну, круг возле меня, такое кольцо создал. Оставил я у него где-то 55%. А потом он внезапно побежал сбоку и сбил с ног. Больше до той стадии я не доходил.
Да, Соник живет и здравствует, в отличие от Боша. Вот Марио кормят червей, слава богу. Так, надо не забывать, что у меня осталась одна бомба, а там еще будут эти книжки. Ладно, не одна бомба у меня осталась. Зато одна жизнь осталась. Ладно, тут будем бомбить, чтобы жизни не терять просто внезапно. Тем более жизни-то больше и нет. Так, и где-то еще третья, да, появится? Или нет? Ах ты ж... А! Странно, как я выжил? Ну как я выжил, лол? Непонятно. Но у меня ни бомб, ни жизни. Санчес, а ты чё, воду локально не сохраняешь, что ли? Я же не забываю юзать по-любому. Ну когда упарюсь окончательно, наверное, да, начну ДЭш вязать. Какую-то, не знаю, еще кому-нибудь мегасилу. Да лол, это же... Да как там можно было размикрить? Понятно. Понятно, я все еще на этом боссе. Четко. Четкое попадание. Так. Перекат у ворота. Дабл шифтом бы размикрил. По-любому.
Так. Ну что, походу он по-любому растянется на несколько стримов, эта игра. Я не затащу за один стрим. Ну, только если включить 6 жизней, тогда, может быть, затащу. Не знаю, включить что, но... В принципе... Всё это же иглу? Или всё-таки самонаводящийся? В принципе, прохожу я и вот и с иглой прошел до этого босса, и с самонаводящимися я прохожу до этого босса. У Марисы, ну, как обычно, как бы ульта, но очень маленький радиус. У нее радиус очень маленький, а я не могу бить босса. Ну, я не могу стоять под боссом всегда. Не то чтобы всегда, большинство времени не могу стоять даже под боссом. Какое-то ограниченное очень время, когда случайно она пролетает мимо. Love Spark. Привет, кстати, Снап, еще раз. Да, Снап по-любому знает. Хотя он же Тоху только на Ютубе проходил, да, насколько я помню. Как удалить? Это был это, неудачный старт. Санчес, и как? Не могу сейчас прочитать, но попозже прочитаю. Так, что-то я расслабился. Вообще уже есть хочу, так что сейчас играю опять Game Over, а потом делаю перерыв. Но после перерыва продолжу, скорее всего. Так, пешечки собираем. Отпускание шифта для перескока патрона или даже полэкрана. Да, я тоже чуть не понял. А при чем тут дабл шифт? Это отпускание шифта? Ну, как бы... Отпустить, нажать. Потому что, скорее всего, ты когда отпустишь, потом скоро она будет опять нажать. Ну, блин. Ну, это да, это бред-то название. Давайте больше не называйте это дабл шифтом, если об этом действительно речь. Чтобы не вводить в заблуждение тех, кто, например, только присоединился, может быть.
Нет, что-то зажали. Так, первый уровень без потерь, да, вроде? Да, юзать shift, когда надо. Все, забыли про double shift у меня. Ну я, в принципе, ты так понимаю, это довольно капитанская вещь. Просто одно дело понимать, как бы, что это надо делать, другое дело это вовремя использовать, это уже другой вопрос. Ну, как бы, то есть, ну, ловко как бы владеть шифтом, это другой вопрос. Но то, что это надо делать, это понятно. Надеюсь, тут я размикрю. Не, что-то зажало, ничего себе. А как же я раньше обычно проходил это? О, я даже добил ее. Так, что уже босс, да? Санчес, ну, я как бы прийти-то, ну, желание есть, но только если я в это время буду стримить, то, как бы, ну ты понял. Блин, я в чат читал, ну чё ж такое-то? Это походу первая смерть, да, вообще с начала игры? Ну вот твой double shift был, ну, так называемый. Мне надо было резко отлететь. Да куда ж, ну... Печалька. На всякий случай, в профилактических целях. А, да, они остановились. Блин. Что-то уже начинает теплеть. Да, назвал не слабо. Ну я сфейлил, ну я сфейлил.
Хороший был забег, я его испортил практически уже. Ну, хороший для меня, я имею в виду. Надо без континуума проходить два уровня первые. Это по-любому. Но я не попадаю, да? Но я не вижу там, где она. Прошел, что ли? Придумать новую никому непонятную ачивку. Нет, ну Санчес, я имею в виду, как бы я для себя ставлю эти этапы, то есть, чтобы вот мне пройти дальше, надо уже как бы вот. Я смотрю, насколько я научился, да? Я вижу, что ну, два уровня я уже могу пройти без континиумов. Надо это тянуть. При сложности выбрался нормальных игроков. Да. Так, ну на этом уровне у нас двойной босс, ну как бы в начале первая, да, встреча. А вот она. Надо хоть на первый-то не зафейлить. А, лучше бомбу использовать. Я уже помню, я это проходил. Вот. Вот. Дела уже получше пошли. Столько бонусов падает. Но они мне, в принципе, особо ни к чему. А, уже до босса дошел. Отлично. По одному континенту... Не, не, по одному континенту до уровня это не торт. Я на последнем боссе... Надо до последнего босса в итоге дойти с двумя континуумами, короче. Не, ну в смысле не с двумя, а... С остатками жизни, еще с целым континиумом. Целым континиумом. Иначе, ну, как бы, по крайней мере, в пятой именно только это мне помогло. Я потратил 12 жизней на последнем боссе. А чего падает-то толку, видишь, а у меня не падает. Причем, сказать честно, я даже удивлен, что мне не падает тоху. Потому что игра 2002 года. Так у меня 8.1.1, 64-битная. Блин, надо залезть и не читать чат, пока босс идет. Ну это ж не очень сливать на боссе при таком раскладе.
Ой, я что-то испугался. Использовал из-за этого. Так, ну давай уже сдыхай там, у меня бомб нету, так что печалька. Возможно, сдохну я. Да стопудняк. А, ну да. Стоп, откуда у меня жизнь взялась? Вроде же не было. Фуф. Не знаю, Сантис, что у тебя падает, у меня все нормально. Так, четвертый уровень, ну, попробуем что-нибудь замутить. Но жизни-то ноль. Да. Лучше бы я использовал бомбу. Опять же. Пожалел. Оп, зажали. Да, оружие что-то у нее мощное чересчур. А в них стрелять бесполезно, да, вроде? Просто it's micro time. Так, бомбу получил. Не, это не очень. Так меня тут спок уже не достают вроде. Так, я помню, это вот это надо убивать. Раз. И вторая. И вторая. Ух, не, лучше бомбу использую, нафиг. Все, босс? А, не, еще вот эти штуки. Так, что вы тут написали? Ой, так много написали, что аж не влазить в этот, в чат. Два фаза до 2 секунды делал, тогда меня бомбануло. Так. Не мне, не мне, не мне, не мне, не мне. Ок. Ну чё, я убью этого босса-то или как? По-моему, пора бы уже. О,
И главное, непонятно, сколько у нее здоровья, потому что в эти полоски, они, по-моему, бесконечны. Да что это? Лоу. Я реально в этой игре не понимаю, сколько здоровья у босса осталось, потому что что-то полоска одна за другой идут, как-то непонятно. У тебя атор бомбит, а у тебя чего? Опять полоска. Что это? Ну какие штучки интересные. Да сколько у нее? А, вон там цифры, противник 0. А я думал, это номер противника в уровне, лол. То есть это вот у нее теперь 0, это последняя полоска, да? Ну что-то как-то не очевидно для меня это было, честно. Как это замиклить? Последняя жизнь. О-о-о. Да лол, если я четвертого босса так еле-еле прохожу, и то еще я не прошел, то что же там дальше-то, а? Пятый еще, потом финальный там. А, тут вроде 6 уровней вообще. Ой, ну надо же. А ты сильна в магии, может покажешь еще пару знаков? О, из-за анемии я даже заклинания не могу произнести. Ну вот, Мариса, в принципе, затащила еле-еле четвертого босса. А на пятом уровне, ну вы уже понимаете, что будет. Глава 5. Элегантная горничная Алой Луны. Это что было? О, круто. Я в шоке, что это было. процента затащено. И, кстати, что-то походу, если я пройду игру, не будет 100%, да? Ну, потому что, как бы, я уже пятый уровень и только 62%, ну, странно, пятый из 6 уровней. В общем, я хочу сделать перерыв на ужин. Вот. Ну, как бы, соответственно, текущий стрим завершается. Ну, и, вероятно, наверное... Ну, скорее всего, наверное, будет еще один сейчас такой же. Вот. Так что, все равно, если есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, писать в чат. То, что я дно, краб, там, и так далее, писать в чат. Ну, и так далее. Как обычно, вы делаете это. Ну вот, на этом стрим завершается. Всем пока, увидимся на следующем стриме.